В Красноярске прошел первый в новейшей истории съезд краеведов Енисейской Сибири. Последний раз подобное мероприятие проходило у нас почти 100 лет назад. Вместе собрались почти 300 человек, изучающих и сохраняющих историю всех многочисленных народов, населяющих берега Енисея. Это историки, краеведы, учителя школы, работники музеев и архивов, среди которых в том числе были делегации из ТВ Хакасии. Труд некоторых был отмечен благодарственными письмами от Министерства культуры, городской администрации и губернатора края. Среди награжденных журналист ТВК, автор проектов «Дорогие мои земляки» и кинохроники «Красноярья» Наталья Кечина. Одной из главных идей съезда было создание общей ассоциации краеведов всей Енисейской Сибири. У нас нет даже единого реестра краеведов. Мы не знаем, кто чем занимается на местах, какими темами. Между собой нет никакой общей координации. Нету такой координации даже вот в городе Красноярске между академическим сообществом и любителями краеведами, библиотекарями. Очень слабые эти связи. И идея этого съезда как раз эти связи восстановить. Они когда-то существовали, только прошло уже 100 лет с тех пор.